Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. Это рубрика Геймплей Летсплей. И сегодня мы посмотрим игру под названием Гром. В данном случае спецподразделение Гром. Значит, игра вышла 7 декабря 2021 года. Это тактический шутер с видом сверху. Про группу элитного спецназа. Как вы видите, справа снизу, думаю, внимательно заметили, что я приобрел эту игру на торренте по цене интернета. Я вас не призываю это делать, конечно же, покупайте, не стесняйтесь, поддерживайте разработчиков. Ну, а мы посмотрим, что она себя представляет. Не буду лукавить, прошел обучение для того, чтобы немножко понимать вообще основу управления, как это все происходит. Ну, а компанию начнем вместе с нами, минут 10-15 побегаем и, конечно же, сделаем какие-то выводы, скорее всего, а может быть и нет. Давайте аркада, какой реализм, вы меня видели. Итак, значит, с нами с России Крушила, с Китая Румяный и Хэт-трик с Франции. Так, я хочу изменить оператор, изменить комплект. Давайте изменим комплект. Я хочу, чтобы он был тоже в маске, потому что он хоть и Крушила, но все равно... Я всегда просто считал, что спецоперации силами любого спецназа, они должны быть в балаклавах, в масках. Так, значит, с АКМом он, конечно же, пару рожков патронов, М9. Хорошо, пойдет принять. Румяный. Тоже поменяем ему, значит, комплект. Обязательно влепим ему маску. Мы, я думаю, узнаем его по глазам и по щекам его румяным. Тоже, значит, он с АКМом у нас ходит. Рожки, шумка. Хорошо. Нигер. Ну, черного, наверное, за маской можно ему маску не одевать. Он и так черный. Все равно. Наверное, без защиты он у нас такой. Советский тактический бронежилет с фиксированными тяжелыми пластинами. О, такой будет у нас тоже. Черномазы в маске. Оденем ему перчатки на руки, чтобы он не замерз. Он с МП5. Что тут ему вообще можно выбрать? А давайте мы тоже возьмем калаш. Я бы всех еще, наверное, был вот так вот с глушителем принять. Давайте их все так и... Всех их так и оденем. Каждому влепим недостаточно очков. У него уже, наверное... Много чего-то выбрано, да? Дымовая. Я не хочу дымовую. Мы ее уберем и лучше поставим глушак. И дымовые, правильно, ребят? Мы должны всех упасить. Глушители мы оденем. Так, и себя, красавца. Ок, давайте тоже где тут у нас. АКМ. С глушителем. Дымовая гранатка. Принять. Итак, инструктаж. Операция «Красный меч». Место окраина деревни Зурконьев. Главная цель – ликвидировать всех противников, найти данные, связывающие террористов с Марка. Обстановка. Мы выявили базу террористов, расположенную на окраине деревни Зурконьев. Внутри объекта находятся важные данные о планах террористов. Силы врага на объекте неопытные и плохо вооружены. Они тщательно охраняют зону операции и регулярно патрулируют территорию объекта. Это одиночная ячейка, поэтому мы сомневаемся, что они могут вызвать подкрепление. Задание. Ликвидировать всех врагов в зоне операции, наверное. Заберите необходимые данные и эвакуируйтесь. Выполнение. Вы начинаете операцию в точке высадки к югу от объекта. Проникнуть внутрь можно через главные ворота. Будьте готовы к встрече с врагами. Прежде чем двигаться дальше, вам придется ликвидировать их. Дополнительные силы противника размещены в амбаре. Патрулируют участок позади главного здания. Если вас обнаружат, враги нападут. Когда ликвидируете бойцов противника, в амбаре и во дворе найдите способ проникнуть в главное здание. Вы можете выйти туда как через главный вход, так и через черный. Короче, понятно. Поддержка, транспорт, эвакуации, приказы. ЗЕС, центр управления, Гром-1, тактическая группа, Торнадо-2-1, транспортная эвакуация. Хорошо, мы тут подготовились, принять, начать. Задание «Красный меч». Спецподразделение Гром, напоминаю, ребятки. Посмотрим, что у нас с этого выйдет.
Ну, опять же, хлопцы, любителям тактических игрушек, наверное, стоит попробовать. Итак. Прием, прием. Mission update follows. Confirm presence of at least 10 tangos inside Alpha and Bravo. Zeus out. Вот наши хлопцы здесь хоть раз, два и четыре. Да все, начинаем. Операция начинается. Опа! И вот наши красавцы. Прогрузились трошечки. Так. Так, операция началась. Хлопцы мои. Лапчинки. Пошлите потихонечку. Чики-брики. Нормально. Я так, значит, в щелочку прошел. Они так, хопа, дверь открыли. Тихо-тихо-тихо. Не стрелять была команда. Сюда, все идем сюда. Да, понятно. Идиот. Ну понятно, что man down. Ой, дауны. Ну точно, что man down. В общем, хорошее начало хорошей игры. Двигайтесь сюда. Парень погиб. Я уже понял. Понятно. А все уже, валите их тогда, блядь. Противник узнал о вашем присутствии. Еще одного убили. Короче, там мне надо только самому здесь бегать. Господи, парень. Я не знаю, в укрытие. Крушила остался. Я не, как бы не сомневался, что Крушила будет со мной. Я ни хрена там не вижу. Крушила. Наверное... Двигайся туда к точке и всех убивай. А, мы что, тоже все обезопасили. Хорошо, цель нейтрализована. Посмотрим, что тут мы увидим с этого. Тут все готовы, вон два бойца к нам бегут. Понятно. Так, давайте нашего, значит, одного хлопца кинем пока, чтобы он занял позицию где-то вот здесь. Мы пока посмотрим, что тут можно найти у них. Пистолет. У нас боевик один умер. За парашу спрятался. Так сказать, прикрывает нас. Давай в укрытие. Так вали их тогда, вот так вот. Всё, нет, в зоне видимости, нам осталось только штурмануть дом. Так, хлопец, перегруппироваться. Так, кто-нибудь видит их? Итак, мы можем открыть, а можем сломать. Мы будем... уничтожать. Вообще, я так подумал, что мы будем уничтожать просто-напросто. Давай. Крушила, круши. Рыж. Заходим, Крушила. Так. Они в этой комнате. Хорошо, что мы можем сделать? Левый, подождите, подождите, мы сейчас... Бастардс. Так, я хочу ее, эту дверь. Вы знаете? Так. Уничтожение. Открывай. Все, минус. Блять, он еще. Еще один вон там за этим. Готов. Так. Тихо, 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 парень, парень. Держись, держись, ради бога. Помочь раненому. Давай, давай, давай. Надо его уводить отсюда. А, он погиб. Надо было его не нести, а аптечку использовать.
Блин, все придется делать самому, как обычно. Все придется делать самому. Так. Дым, блин, нахер не надо. Лет Макарова, дверь открыть. Нет, я бы ее выбил. А, это только был первый этаж. Надо же. Ладно, уходим. Просто это был первый этаж. Ич. В общем, вы сразу же, ребятки, поняли, что не по мою честь игра. Обезопасить Альфа. Так я обезопасил. Тут никого нема уже. Выключатель. Выключим свет. Поиск, поиск. Что тут можно найти? В общем, игра не про меня, потому что тактик с меня. Тактик не сильно вышел. Как видите. Выключатель. Переместить тела. Поиск. Тоже ничего такого толкового здесь нету. Выходим дальше. Перезаряжусь. Еще вот это здание, да? С другой стороны, что нам этот? Нельзя ее открыть? Нельзя. А здесь? Тоже нельзя. Кошечка. Будем разбираться. Тут, я думаю, тоже перепрыгнуть, наверное, не получится. Как-то быстро мои хлопцы все поумирали. А, подвал. Точно, точно. Еще ж подвал. Опа, а там кто-то есть. Опа. Минус. Минус. Блядь, дверь закрыта еще. Тихо, пацаны. Блядь, ранили. Все, через дверь меня завалили, пока я выбирал гранату. В общем, вот так, ребят. Не знаю, что вам сказать. Мне понравилось. Звук классный, боевка такая. Нужно просто привыкнуть, можно прятаться. Самое главное, здесь нужно правильно раздавать тактические задания своему отряду, для того, чтобы вас прикрывали, штурмовали, заходили слева, справа. Как видите, у меня это не получилось, но думаю, у вас как бы все получится. Итого, значит, устранение 200, получен опыт 200, подробности задания, обезопасить Браво выполнено, все остальное провалено. Доклад, статус задания ошибка, операция Красный Меч провалена. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Всем пока и до скорых встреч.